Лидский физкультурно-спортивный клуб «Спарта» преобразился. Ремонтные работы проводили специалисты ЛРСП номер 17. Фасад здания, где расположен клуб, находился в аварийном состоянии и требовал ремонта. Средства в размере 40 тысяч белорусских рублей на него были выделены из районного бюджета. Работы велись в течение полутора месяцев. Здание нуждалось в ремонте уже давно. Она, наверное, не обновлялась, фасад здания, с момента постройки. Проводился ремонт фасада строительной организации ЛРСП 17, который провели, вы сами видите, как хорошо. Выражаем благодарность этой строительной организации за оказанные нам услуги.